А теперь срочное сообщение. Неизвестные в красных халатах и с большими мешками через крышу проникли в третью детскую клиническую больницу столицы. Дед Мороз! В банке много Деда Морозов. Я думаю, что Деда Морозов не существует. Оказалось, это не ЧП, а только начало праздника. Десант Дедов Морозов спустился практически с неба и поздравил маленьких пациентов с наступающим Новым годом. После этого праздник переместился в палаты. Без подарка не остался никто. 100 лампоелок украсили больницу, а сладкие подарки зарядили детей энергией. Было плохо немножечко лежать в палате, но как-то скучно даже. А тут, получается, сам Дед Мороз к нам в окошко постучался. А так вообще хорошее настроение стало очень даже. Так как сам отец, ну, прекрасно понимаю, что значит в предновогоднее время оказаться в больнице, когда, наверное, хочется чуда. Я надеюсь, что все-таки в какой-то мере мы помогаем их выздоровлению. Ввиду того, что поднимаем их боевой дух и радость. Свой профессиональный праздник, такое шоу для маленьких пациентов устроили энергетики. И это не единственное чудо. В новогоднюю ночь они будут обеспечивать стране настроение. Чтобы светились сотни тысяч елок и праздничная иллюминация, до утра будут нести вахту более 2000 сотрудников Белэнерго.